Вот такой забавный автомобиль «Капля» ручной сборки представлен в Ульяновском музее «Гараж СССР ретро-мототехника». Его автором и первым владельцем являлся талантливый автомеханик, самоучка, прославленный мотогонщик, цирковой артист Николай Мундингер. За свою жизнь он создал 7 автомобилей. Последний «Капля» был создан в 1973 году и предназначен был, в отличие от других цирковых, для езды по дорогам общего пользования. В свое время он был поставлен на учет в ГАИ Московской области. Николай Федорович Мундингер эксплуатировал его всего 5 лет. В 1978 году он ушел из жизни, а машина осталась стоять на его подмосковной даче под открытым небом, невостребованная у потомков. Один из сыновей, известный фотожурналист Леонид Лазарев, 2,5 года назад передал автомобиль «Капля» музею в аварийном состоянии. К его реставрации подключилось много специалистов во главе с заведующим музеем Андреем Степановым. В 2022 году машина была представлена широкой публике во всей красе. Сейчас «Капля» на ходу. У нее стоит 4-цилиндровый двигатель от Fiat 500 Torino 1936 года выпуска. Машина трехколесная. Заднее колесо является ведущим. Оно заимствовано от мотоцикла «Восход». Салон и все конструкции представляют собой симбиоз деталей и приборов от автомобилей и мотоциклов советского периода. К примеру, передние фары от мотоцикла «Восход», поворотники от «Минска», передние колеса от мотороллера «Муравей», руль от «Горбатого Запорожца». Прибор-доска от «Москвича 407», а вот сиденье не с автомобиля, а с самолета Ан-2 «Кукурузника». Серебристый кузов «Капли» выполнен из листов алюминия.